Я. Всем привет! Сегодня в видео мне проассистирует Владислав, и мы с вами хотим поделиться очень классным упражнением искусства фехтования на коротких клинках. Упражнение выстрел. Нам понадобится безопасной имитации для этого упражнения. Итак, в чем суть упражнения? Мы находимся на дистанции друг от друга и поочередно друг друга атакуем одиночным действием. Первый начинает Владислав, когда он меня атакует, я могу среагировать. Могу убрать руку, поставить блок, либо, если мне хватает сноровки, в разрез срезать его руку. Но я не начинаю первый, первый начинает он. После того, как он выстрелил, свое техническое действие сделал, мы делаем паузу, и после этого стреляю я. Соответственно, Владислав будет либо уворачиваться, сбивать, либо на встречную атаковать меня. Но он будет стартовать вторым. Потом мы опять меняемся. Итак, примерно как это выглядит. Владислав первый начинает. Смотрите, мы становимся на такую дистанцию, где мы не сразу достаем. То есть у нас есть все-таки некая дистанция. И сейчас именно в этом варианте исполнения упражнения мы будем работать только по рукам. По вооруженной руке и по невооруженной руке. Пока в голову, в корпус мы не работаем. Исключительно, чтобы начать и грамотно все выстроить. Итак, Владислав работает. Я среагировал, мы сделали паузу, и теперь стреляю я. Опять пауза, стреляет он. Пауза, стреляю я. Пауза, стреляет он. Угу. Смотрите, друзья, в чем изюминка и фишка данного упражнения? Смысл этого упражнения как раз в том, что мы очень сильно концентрируемся на каждом техническом действии и максимально пытаемся его проработать. Мы учимся взрываться, мы учимся быстро попадать. И пока нам, когда мы стреляем, нет задачи защититься. Наша задача максимально быстро все это сделать. Поэтому здесь идет работа и с той стороны, и с этой стороны, поскольку мы роли меняем каждый раз. Мы максимально стремимся вот это все прокачать. Попробуйте, у вас наверняка возникнут вопросы, задайте их в комментариях, и мы с радостью на них ответим и поделимся дальнейшими тонкостями. Но еще раз хочу сказать, это крутейшее упражнение, которое просто выведет вашу скорость на совершенно новый уровень. Спасибо за внимание, до встречи.